Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Бати73. Продолжаем проходить Dark Souls 3. Мы с вами, конечно, замочили в прошлой серии принцев. Давайте на этапе пепел раскидаем патроном, чтобы продолжить дальше игру. Так, один есть. Едем дальше. Так, это Лудвиг. Кстати, давайте посмотрим, что можно обменять на души. Мы же боссов много убили. Ну, это понятно. Это все магия. Меч правосудия. Магический. Меч волчьего рыцаря. Меч скверны. Меч Лориана. Гигантский. Ну, это такое себе занятие. Щит драконоборца. Мачете Йорма. Чё-то такое себе. А, ничего не приглянулось, если честно. Мы сами же вот такую вещь в прошлой серии сделали. Где она? Вот она. Блядь, нам не хватает еще. Давайте сет вернем на место. О, заебись. А, я здесь уже положил? Серьезно? Блять, сейчас прыгну. Так, первый, второй. Это у нас Йорн. Сейчас, да. Нового скажешь? Ничего нового не скажет. А, нет, Йорм, вот. Что-то происходит, ребят, я же все троны положил, да? Раз, два, три, четыре, пять, да. The five all thanks Ashen One and let a true. Very well, then take. Ой, блять, не то нажал, да идите нахуй. Farewell, Ashen One. May the... А вот. Lords of Cinder. The fire fades. And the lords go without thrones. Surrender your fires to the true heir. Еще бы это действие мне плюс 100 уровней накинул бы. Это был бы вообще заебца. Let him grant death to the old gods of Lordran, deliverers of the first flame. Mm-hmm.
Нет, я, получается, в храме огня через какое-то время оказался, что ли? Ну да, или наоборот, в какое-то время. Но это, получается, самая первая локация. Ой, я куда-то тэпнулся, нахуй. Я думаю, костер, блядь, хотел просто его бахнуть. Тихо, блядь, чуть сейчас я, короче, не этот, не сиганул вниз. А, я понял, куда попал. Там финал, босс. Возвращаемся, мы не следовали в локацию еще. Я вам спойлер дал, просто там финал, босс. Прямо был. Мы его будем убивать потом. Говорить не буду кто, но просто там финал, босс. Вот, видите, мы еще тут не были. Мы это тут открыли. Вот здесь мы не были. Вот здесь мы остановились. Мы шли то наверх. Они сходили туда куда-то еще, вглубь храма. Что там вообще интересного есть? Ну это я, по-моему, сюда ходил, да? Ну да, это тэп туда. А больше здесь что, никуда нельзя сходить? А, ну это, по идее, и все, что ли? А нафиг был тогда делать эту локацию, вообще не понимаю. Честно, не помню. Ну, я как понимаю, да, походу, это все. Тут завален выход. С храмом. Ну да. Ладно, поехали, значит, туда-туда. Я просто думал, там что-то я пропустил. Но оказывается, нет. Вот там, ребят, финалочка. Вот там. Нет, я не пойду. Сначала едем сюда. У нас еще есть что проходить. Я думаю, многие из вас ждут безымянного короля с первого трея. Не обещаю, ребят, но постараюсь это выполнить. Ничего нового не говорит. Перистый двухручный меч. ЕЦ. Давайте возьмем прикол. Чем вообще делает? Покажите-ка у него. С такого меча просто не помню. Где он, алё? Вот он. Какой-то меч от алебарда. Нахер нам не нужно. Мы со своим его мечиком гонить. Урон от падения, я все примерно припомнил локацию. Thank you.
За них мало дает, по 240 всего лишь. Ну, баланс он нехило сбивает. Молодым. Тихо, там смерть. Ничего тут не приныкали меня. Нихера, ровным счетом. Нам туда. А сейчас здесь посмотрим, что здесь есть интересно. Примерно помню. Ой, блядь, здорово, молодой. Я ему баланс выбил, ребят, кстати. Ух ты, блядь. Тут урона молодого. Найс. Нормально. 5800. Обломок. Это пойдет. Обломок — это ништячок. Мариновый кинжал. Ну и походу здесь, да, здесь все. Погнали дальше. Мечик неплохой, но очень медленный, блядь, ребят. Очень. С ним как говно реально. На боссах он, да, он даст просраться из-за своей медленности. Бля. Да, блять, алло. Есть курить, блять. Есть курить, найс. Ваншот, ну, молодой меня сейчас. Пиздато. Найс. Вы чё, ебанулись, что ли, ребят, откуда? Пиздец, блять. Да ну нахуй. Бля, ну чел просто ваншот. Ну, блядь, это из-за меча, он очень долгий, пизда. Ну, давайте с ним побегаем, посмотрим сейчас. Если я буду часто вздыхать, я его уберу нахер. Надо еще физмощи подкачать. Чего? Я его не ударил, алё. Серьезно. Отсекайся. Неплохо, вот тут что-то есть за этой. А как тут?
Че это за хуйня? Ага, понял, это пулемет, блин, ходячий. Найс. Так, что у нас тут? Два рыцаря, да? Да вы что, ебанутые, что ли? Не, ребят, это меч вообще. Вот здесь я этот меч оправдывает. Там бэкстеп был. Ну да. Там просто минус стамина молодого улетает все. Чел не может мой удар блокировать. Есть, кстати. А там что было, нет? Ну тут вот в таких схватках, да, я согласен, тут раз на раз чел ничего не сделает, он просто обоссытся. Блять. Куда ты тут взялся, блять? Ну там снайпер этот ебаный, я сейчас ничего не сделаю, сейчас меня просто там разъебашит. Надо как-то его убить сначала подумать. Ну там нет, там изи. Ебать, сейчас на реакции чисто. Сейчас чисто реально ли, ребят, на реакции просто я прыгну. Ну, руна немного мне заносит. Да вас сколько тут? А как туда? Я тут... Не знаю. Ребят, а он как-то поверху. А наверх как? А, тут лестница есть. Но это... Там их ебать сколько. А, не респаунится и респаунится, что ли? Я смысл даже не вижу, ребят. Просто минус фляжки сейчас будут все. Они просто спаунятся бесконечно. Ну вот
ты минус этот хуй. Да? А теперь, ребят, можно вернуться, кстати, туда и зафармить то, что там было, если там что-то было, кстати. А там, мне кажется, по-любому что-то было. Фляжечку, по-моему, одну вернули. Да. Кольцо стальной защиты плюс 3. Нет, первое кольцо мне это не нужно. Потому что... Ну, вы поняли, короче. Я же меч медленный, я не смогу им быстро махать. Если эта серия мало продолжается, мало урона от стака. Кольцо понтифик. Он дает типа баф, когда ты много раз махаешь. Каждая последующая атака у вас больше урона дает. А этим дурачком я тут 3 атаки делаю, тут смысла нет от этого кольца. Fantastic. Call me. I have a. Oh, I. Who I. That's why I've come for the purging. Where the pig. All I can. Не знаю. Не помню, кто такой. Well, so come on. Well, so if I completely forget who you are, don't be wroth with me. Come on. What else? Не знаю. Я не помню, что, кто он и зачем он здесь вообще. Ну это... Ух ты, блядь, сейчас на скилле. Ну это, блядь, в один конец я сюда прыгну. А это тоже куда-то... Вниз. Давай сейчас сюда пойдем то сначала, потом туда сходим. Короче, да. Случай, надо куда-то идти. А, это вон я куда вниз попал бы, да. А я тебя пойду. Ну-ка, тихо, нахуй. Не, этот. А сейчас прыгну, я не ваншотнусь. Наверное, ваншотнусь. Там я по-любому ваншотнусь, мне кажется. А здесь я больше всего не поднимусь сюда. А смысл сейчас приходил, здесь нихера нету. А, нойс. Блять, нет, нет. Thank you.
Ебать, он жесткий, нахуй. Ну, ебать, он жесткий, нахуй. Понятно. Десантура, нахуй. Хрень полная. Ну ладно, пойдет. Тяжело лучше, чем ничего. Поехали дальше. Ебать, вы серьезно, нахуй? Не, ребят, я что-то, наверное, думаю, надо вот так я сделаю. Потому что я что-то, ну нахер, очень тяжело с ним бегать. И вот так вот цепь мне давай. Давайте, да. Прям вот эту, более-менее. Побащу. Предлагаю покачать эту физическую мощь. Так вот лучше. Ебать, вы чё? Ой. Вешать проклятие, пидорас, блядь, еще. Ёбаный в рот. Ебать, он долго убивается. Питер, блядь, проклятие.
Ебать, он там щемит нахуй. Куда идти тут, я не пойму, блядь. Ему куда идти, честно, даже не. Еба. Ну, мне только так осталось. Ебать. Пизда, он еще проклятие вешает, блядь, и душит нахуй. Да, блядь, еще попадает нахуй с первого раза. Нет, тут нет вариантов, ребят. Вариантов тут ноль. Фляжек нет, нихуя нет, я не понимаю, куда идти вообще. Я что-то не помню вообще это. Это у нас DLC, что ли, или чё? По-моему, DLC же, да, ведь это уже. И нет, нет, я что-то вообще не помню, ребят, вот пейте. DLC это или не DLC, но, блядь, тут ебать душит. Очень сильно душит. Тут один, там второй этот додик. А, кстати, рыцарь сидел, кстати, да. Давайте леву хотя бы. Это пиздец. Душит там это жестко, эта хрень летающая. О, манго. In actual, the. I just wanted to tell. Wait. Past here, you'll find the remains of a. Not a very nice. I didn't have any. If I get the chance, I could go fetch it for you. I know who you are. Well, grab that. Past here, you're not a very nice place. If I get the chance, I well. Что интересно?
Ебать, он щемит. Нет, там не вариант вообще ничего смотреть, пока я не убью их. Блять. Найс. Иди нахуй. Да вы чё? Нет, нахуй, только ты иди сюда. А, я понял. Ой, бля, сейчас они тут защемят в троечка. Ничего не сделаешь против этого. Нас хотят... Соси хуй, манда ебаная. Ну, блядь, здоровье она ебать не снесла. Ой, блядь, чуть не упал нахуй сейчас. Сосамба, блядь, сука. Где этот пидорас, блядь? Пидорас. Сосамба. Сучонок, блин. Столько нервов не помотал. Это пиздец, ребят. Столько реально нервишек мне вынес. Да, блядь, сколько он здоровья помотал и вынес.
там, я не знаю, где тот додик в той локации. Вы чё, угораете, что ли? Нет, блядь! Блядь, какие же вы гандоны! Вот так вот. Сука, реально, ебать, так душит, нахуй. Ну что ж, ребят, давайте это пока-то завершим. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, обязательно комментируйте и ставьте лайки. Всем пока!